Добро пожаловать на программу «Рассвет пробуждения». Я ваш ведущий Гермес Фалькао-младший. Сегодня мы поговорим на очень важную тему для верующих. Я хочу поговорить с вами о важности Слова Божьего. Представьте, что вы провели весь день без еды. Как бы вы отреагировали на это, и ваше тело в частности? Думаю, некоторые из вас уже постились один день или даже больше. И я уверен, что вы знаете, как действует на вас голодание. Возможно, вы чувствовали слабость, головокружение, ваше настроение менялось. И вы даже чувствовали урчание в животе. Скорее всего, вы были ослаблены. И у вас не было энергии ни на что. Вот что голодание делает с нашим телом. А Слово Божье для нашего духа то же самое, что еда для вашего тела. Иисус сказал, не хлебом единым, жив человек, а всяким словом, исходящим из уст Божьих. В своем земном служении Иисус был человеком Слова. Он часто цитировал Писание и читал Тору. Он так хорошо знал Писание, что когда Марка, четвертый дьявол, искушал его, он отвечал дьявола, цитируя слово. Он умел управлять мечом Духа, потому что знал, как это делается. Он знал, как нужно использовать слово. Слово для вашего Духа то же самое, что и еда для вашего тела. Многие христиане слабые. Они не могут прорваться. У них духовная апатия. И они думают, почему я прохожу все это? Почему у меня нет энергии? И почему меня ничего не радует? Мне кажется, что моя духовная жизнь парализована. И я не могу двигаться вперед. Я чувствую себя слабым духовно. Это очень похоже на то, что происходит с нашим телом. Если вы не питаетесь этим словом, если вы себя не кормите словом, то ваша духовная жизнь будет весьма слабой. Вам будет казаться, что вы тонете, что у вас нет сил, ни энергии, у вас даже нет желания молиться. У вас нет желания общаться или даже ходить в церковь. Почему? У вас недостаточно пищи. Ваш дух не накормлен. Я хочу прочесть вам 118-й Псалом. Это самая длинная глава Библии. 105-й стих. «Слово Твое светильник ноге моей и свет стезе моей. Подумайте о светильнике и свете. Они освещают ваш путь. Тут сказано, оно — светильник ноге моей. Если вам под ногами ничего не светит, если вы ничего не видите, то точно споткнетесь и упадете. Еще псаломопевец сравнивает слово со светильником и со светом для моего пути. Когда вы знаете Слово и питаете себя Словом, то это значит, что оно будет освещать вам путь, освещать ваши решения, освещать вашу дорогу и благодаря Духу Святому, вы будете ясно видеть, в чем для вас воля Божья. Что такое Библия? Я знаю, что я сейчас обращаюсь к людям из разных стран мира. У всех разное происхождение, разное воспитание. Некоторые из вас хорошо знакомы с Писанием. Вы уже долгое время христиане. Другие же лишь недавно родились свыше. Вы лишь недавно спаслись и крестились. И сейчас у вас еще так называемый медовый месяц хорошего вашего христианства. То есть, люди могут иметь разный духовный уровень, но я хочу, чтобы все понимали, что я собираюсь вам рассказать. Что такое Библия? Библия — это коллекция книг. Библия происходит от греческого слова «библио», что означает «коллекция книг». В Библии 66 книг, 39 в Ветхом Завете и 27 в Новом. Эта сильная книга писалась долгое время, и в этом участвовали 40 авторов, которые были вдохновлены Святым Духом. В ней есть история, инструкция, пророчество, чудесные свидетельства, истории веры и многие другие вещи, которые служат руководством для вашей жизни. Если вы проходите сражения в вашем браке, в ваших отношениях, сражения с болезнью или смертью, или вы в депрессии, в беспокойстве, какими бы ни были ваши проблемы, семейными, финансовыми, духовными, Какая бы проблема ни пришла вам в голову, ответ на нее можно найти здесь. Библия имеет ответы на все проблемы человечества. Также здесь находятся все самые важные жизненные вопросы. Проблема в том, что люди не ищут здесь ответов и не готовы принимать их. В каждом отеле в Америке в каждом номере есть Библия. В каждом доме есть Библия. Иногда люди цитируют 90-й и 22-й Псалом, но для них это один из способов пожелать удачи или пожелать благословений. Но проблема в том, что Иисус сказал, познайте истину. И истина сделает вас свободными. Истина сама по себе не делает вас свободными. Это делает истина, которую вы знаете. Вам нужно знать истину, чтобы испытать свободу. Поэтому я рекомендую вам углубиться в Писание и получить Слово веры, которое принесет перемены в вашу жизнь. Зачем читать Библию? Для того, чтобы знать библейские истории, это лишь часть. Историю знать хорошо. Но когда вы читаете Слово, оно трансформирует ваше сердце благодаря работе Духа Святого. Не знаю, испытывали вы такое, когда читаете какое-то место Писания, и вдруг оно оживает, проникает в ваш Дух. Вы чувствуете, что получили надежду, мир и веру. А еще вы чувствуете Божье благословение и переживаете откровение. Вы можете дойти лишь туда, куда дошло ваше откровение. Я считаю, что одна из причин, почему христиане так слабы, это то, что они не знают истину. Под этим я имею в виду не просто интеллектуальное знание, а откровение, то есть понимание и принятие Писания. Именно поэтому Иисус сказал, «Не хлебом единым жив человек, а каждым словом, исходящим из уст Божьих». Я хочу подчеркнуть, он сравнивает слово с хлебом. Итак, еще раз я хочу повторить. Именно поэтому Иисус сказал, «Не хлебом единым жив человек» а каждым словом, исходящим из уст Божьих. Итак, вам нужно питаться этим словом. Вам нужно принимать его. Если вы недавно родились свыше, то я рекомендую вам начать читать с Евангелия от Иоанна. Читая это Евангелие, вы увидите самые удивительные истории в жизни Иисуса. Он главный персонаж Библии. О нем говорится от книги Бытие до Откровения. Но в Евангелии от Иоанна есть особое откровение о Христе и о том, кто такой Христос. Потом начните читать Матфея, Марка и Луку, синаптическое Евангелие. Затем переходите к деяниям апостолов, где рассказана история первых учеников Иисуса. Сейчас мы уйдем на перерыв, а потом продолжим говорить о важности слова. А сейчас рубрика «Вопросы и ответы». Вы отправляете нам свои вопросы. Я стараюсь ответить на них так, как говорит Библия. Отправляйте свои вопросы по адресу, который вы видите на экране. Мы будем выбирать лучшие и отвечать на них по мере возможности. У нас есть вопрос из Бостона, от Юнис из Бостона. Она пишет, я хочу понять Луки, глава 2, стих 23. Давайте прочтем этот стих, чтобы вы знали, о чем идет речь. Луки, глава 2, стих 23. Как предписано в Законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, разверзающий ложественно, был посвящен Господу. Чтобы понять это, нам нужно открыть исход 13, стих 1 и 2. Там сказано, и сказал Господь Моисею, говоря, освяти мне каждого первенца, разверзающего всякие ложественные между сынами израилевыми от человека до скота. Мои они. Бог говорит Моисею, чтобы каждый первенец был посвящен, или как сказано в Луки, был святым перед Господом. Святой означает отделенный. Это значит, что Бог хочет, чтобы первое принадлежало Ему. Читая Писание, вы увидите, что Бог любит получать лучшее, потому что Он заслуживает всей славы, хвалы и чести. Он заслуживает лучшего из того, что мы можем дать Ему. Первенец — это первый ребенок, который открывает утробу матери, и Господь хочет, чтобы этот ребенок по закону был посвящен ему, потому что это первый плод. Вам также нужно знать, что Господь требовал первый урожай от всех растений. Он хочет первую часть буквально от всего, Юнис хотел разобраться в этом. Во-первых, вам нужно понять характер Бога. Он хочет лучшее, что мы можем Ему дать. В этом случае речь шла о первенце, о первом браке, открывшему тробу. Поэтому Бог требовал, чтобы этот мальчик или девочка, или даже животное были посвящены Ему, потому что Он заслуживает лучшего во всем. Это способ почтить его первым и лучшим, что у нас есть. То же касается и наших финансов. Мы отдаем ему первые плоды, десятину, десять процентов. Вы отделяете специальное приношение, первые плоды Господу, а также Бог говорит, отделите своего первого ребенка для меня. Надеюсь, с этим мы разобрались. Наш Бог ⁇ ревнивый Бог. Он любит нас, но Он хочет быть на первом месте во всем, что мы делаем, и на первом месте в наших сердцах. Следовательно, этот закон это лишь один из принципов Царства Божьего, принцип почитания его во всем, что мы делаем. Итак, присылайте свои вопросы, и мы с радостью на них ответим. Продолжим говорить о важности Слова. Если вы христианин, то вам нужно развивать в себе свою любовь к Слову Божьему, потому что Слово ⁇ это светильник для вашей ноги и свет для вашей стези. Слово ⁇ это хлеб для вашего духовного человека. Это питание для вашей духовной жизни оно даст вам необходимую силу, потому что вы могли молиться, ходатайствовать, поклоняться Богу. Вы также получите инструкции к тому, как угождать Богу. Интересно, но некоторые считают, что Библия — это базовая инструкция для жизни на земле. И еще раз. Если вы христианин, то вам нужно развивать в себе любовь к Божьему Слову. Не забывайте об этом и практикуйте это каждый день. Базовая инструкция для жизни на земле ⁇ все, что вам нужно для вечной жизни. Вы найдете здесь. Все, что вам нужно знать о Христе, о Его жертве на кресте, о Его воскресении, Его возвращении, Его вознесении на небо о Духе Святом, о том, как иметь жизнь вечную, все это можно найти здесь. Мы верим именно так, как мы верим, потому что у нас есть Слово Божье. Оно служит нам инструкцией. Если вы новичок в чтении Библии, то вам следует знать, как я уже сказал, все мы находимся на разных духовных уровнях. Некоторые наши зрители давно живут с Христом, а некоторые лишь недавно приняли спасение. Думаю, это и так понятно. Но вы должны знать, что в Библии одни вещи являются предписанием, а другие — лишь описанием. Гермес, в чем разница? Как мне понять эту разницу? Предписание — это рекомендация, а иногда и повеление о том, что мы должны делать. Не укради, не убей, да не будет у тебя других богов предо мной. Не используй имя Господа напрасно. Подобные вещи можно считать предписанием для нас. А некоторые вещи — это лишь описание. Что это значит? Например, история о Давиде и Верса. История о Давиде и Версавии. Мы читаем, как Давид совершил прелюбодеяние с Версавией и приказал убить Урию. Библия удивительная книга. У нее есть свои герои, но она никого не прикрывает. Вот откуда я знаю, что она вдохновлена Богом. Если бы она была создана только людьми, то они бы попытались защитить своего главного героя, говоря, что он не делал ничего плохого. Но Библия удивительна тем, что она показывает все без прикрас. Она никого не прикрывает. Итак, Давид сделал нечто ужасное. И Библия описывает это. Возьмем, к примеру, историю о Самсоне. Он не все делал хорошо и правильно, но это описано в Библии. И это не предписание, а описание. Это не значит, что Библия с этим согласна. Она лишь рассказывает нам историю так, как она была на самом деле. И нам очень важно понимать это. Еще при изучении Библии вам очень пригодится понимание Нового и Ветхого Завета. Читая Ветхий Завет, вы должны понимать, что относится к нему и к тому времени, а что относится к нашему времени. Запомните это, пожалуйста. Вы должны понимать, что применимо сейчас, а что нет. Поэтому так много споров по поводу субботы, поедания креветок, свинины и так далее. В этих вопросах вам нужно опираться на Новый Завет, который относится к нашему времени и к этой эпохе в Иисусе Христе. Нам очень важно понимать два разных завета, два контекста. И что именно применимо к нам во Христе. Прочитайте послание Галатам и Колосинянам. Павел очень хорошо объясняет все это. Прочтите это для себя и узнайте, что Павел говорит об этом. Это очень важная информация. Пожалуйста, прочитайте ее. Я хочу прочесть один стих из 2 Тимофея, глава 2, стих 15. Там сказано, Старайтесь представить себя Богу достойным, делателем, неукоризненным, верным, преподающим Слово истины. Именно об этом я вам и говорю. Вам нужно знать, как правильно распоряжаться Словом, как распознавать и разделять Слово. И вам нужно знать Писание. Вот почему в наше время так много лжеучений. Люди не знают слова, потому что слушают того, кто якобы говорит с властью. И они просто верят ему, даже не проверяя его слова. Почему? потому что у них нет знаний. В Библии сказано, «Мой народ гибнет от недостатка знания». Вот почему слово так важно. Слово — это основа всего. Если вы не знаете слово, то будете уязвимым перед лжеучением, ересью и тем, как они не согласуются с Богом. Вы хотите понять, какой Бог? как он думает, как он смотрит на вещи. Вы хотите понять взгляд Бога. Тогда это самый лучший способ. Знаете почему? Потому что в Слове раскрыта Его воля, Его желания для нас, людей, живущих на Земле, а также детей Божьих. Мы живем на удивительной планете, и надо дорожить каждым моментом. И чтобы жизнь ваша была лучше, нужно дружить со Словом Божьим, нужно познать Его истину. Библия очень важна для верующих, потому что в ней записана воля Божья. Хотите знать волю Божью? Это очень важная информация для верующих. Ответ в Слове. Хотите знать, что Он думает о браке, семье, гомосексуализме, абортах, финансах, бизнесе и так далее? Все вопросы, которые связаны с нашей жизнью в этом мире. Если вы хотите знать, что Он думает об этом, то ответы прямо здесь, в Слове. Все эти книги были отобраны, и Бог участвовал в процессе их отбора. В период первой церкви существовало много разных книг. Одни церкви читали одни книги, другие церкви читали другие книги, которые не стоило читать. И Бог сделал так чтобы были отобраны 66 книг, вдохновленные Духом Святым, чтобы наставлять, исправлять, давать мудрость и понимание, и самое главное, показывать нам дорогу к жизни. Аминь. Слава Господу. 2 Тимофею, глава 3, стих 16. Посмотрите, что говорит Библия. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для, исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Это 17 стих. Посмотрите. Слово Божье полезно, то есть оно выгодно для нас, потому что вы обретете мудрость, получите понимание и направление, если примете Слово. Оно полезно и выгодно. Для чего? Для научения, обличения, исправление и наставление в праведности. Зачем? Чтобы человек Божий был совершен и готов к любому доброму делу. Вы хотите быть оснащены для любого дела? Изучайте Слово, принимайте Слово. Я хочу молиться за вас, чтобы Слово Божье занимало важное место в вашей жизни и чтобы вы знали Слово не только интеллектуально, а имели откровение. Отец, во имя Иисуса я молюсь о том, чтобы Твое Слово шло вперед. Вызови жажду и желание в каждом, кто смотрит нас сейчас. Пусть Твои люди не будут обмануты никаким лжеучением или ересью, который пытается увести их в воле Божьей. Во имя Иисуса, Защити свою церковь по всему миру, благослови их сверхъестественно, дай им жажду и желание, пусть Твое Слово меняет их сердца и жизни во имя Иисуса. Прикоснись к тем, кто болен, коснись тех, кто под давлением и в сложных ситуациях. Мы провозглашаем жизнь и мир в каждый дом. Мы провозглашаем разрушение всех дел дьявола с помощью Слова Божьего. Во имя Иисуса Христа мы провозглашаем жизнь. Мы провозглашаем надежду и мир и радость в Духе Святом. Отец, мы люди Твоего Слова и Твоего Духа. А там, где Твой Дух, там свобода. Во имя Иисуса. Аминь. Отец. Мы люди твоего слова и твоего духа. Если вы говорите для Бога, то я рекомендую вам записаться в нашу онлайн-библейскую школу. Эта библейская школа не похожа на обычную семинарию. Я не говорю важность и ценность семинарии. Я лишь хочу сказать, что мы сфокусированы на определенных темах, которые очень важны для каждого верующего. У нас есть 14 занятий, которые перевернут ваше восприятие в соответствии с Словом Божьим. У нас есть уроки об исцелении и многие другие замечательные темы. На экране вы видите свидетельства людей, которые прошли нашу школу и оставили прекрасные отзывы о ней. Читайте их свидетельства и регистрируйтесь на нашем веб-сайте. Мы любим вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы. Оставайтесь с нами на связи. Следите за нами в социальных сетях. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Пусть Бог благословит вас. Увидимся через неделю. До новых встреч.